В актовом зале администрации Каспийска состоялся совет старейшин, где его представители и специалисты различных ведомств обсудили актуальные темы города под руководством председателя Ганифы Джабраилова. Первой на повестке дня прозвучала информация о работе городского отдела ГИБДД Каспийска по контролю за состоянием дорожно-транспортной дисциплины по итогам работы за прошлый год и о мерах по ее профилактике. С подробным докладом выступил инспектор по пропаганде БДД, старший лейтенант полиции Гасан Гусайнеев. За 23 год в городе Каспийск было всего выявлено 35 630 правонарушений в общем, в том числе 176 транспортных средств в нетрезвом виде. Это считается грубым нарушением в ПДД. В последнее время стало более популярным наезд на настоящий транспорт. То есть транспортное средство сталкивается с припаркованным транспортом. То есть у нас, вы сами тоже, наверное, все жители Каспийска, города Каспийск, вот вы видите, вот практически год-два раза у нас со всей республики привлекаются сотрудники ГАИ со всей республики. В основном у нас будет акцент на бесхозный транспорт. Далее присутствующие обсудили проект плана работы Совета старейшин на 2024 год, предложения, поступившие от членов Совета, и ход выполнения ранее принятых решений. Отметим, что в заседании также приняли участие и заместитель главы города Гусейн Ункилов, и начальник управления культуры муниципалитета Мурат Магомедов.